Российское общество знания приглашает просветителей со всей страны принять участие в конкурсе на соискание просветительской награды «Знание. Премия 2023». Заявки принимаются с 10 апреля до 5 июня 2023 года на сайте. Принять участие могут все желающие. Номинировать можно не только себя, но и интересные проекты, а также людей, внесших значительный вклад в просвещение в 2022-2023 годах. В этом году соискатели могут подать заявку в 13 тематических номинациях.